прыгать. Я сейчас буду прыгать вниз ту перилу на велосипеде, дабл пек. Видишь, как хорошо? Папа! Ну. Приедут копы, я без прописки, без велка. Че заслыненный. Надо больше скорости. Давай. Снимай копа и уезжаем. И уезжаем вниз. У вас круглосуточный вообще рабочий день? Просто заснять хотим экстрим-фильм. Там полиция. Аминь. Где я? Что со мной? Что ты со мной сделал? Я вот такой шаленый. Выключили свет, а мы с Володей в скейт-парке Одессы. Я не знаю, как мы доберемся домой. Я сейчас буду прыгать вниз ту перилу на велосипеде, дабл пек. Завещание написал? Ну это нормально, можно? Там какая разница? Почти что, да? Ну давай, еще раз у нас есть точно. Надо больше скорости. Давай. Еще раз? Давайте. Не, бой, пацаны. Это Одесса, на... Отходим, отходим, сейчас перила будет браться. Отходим, отходим. Врывайтесь на тормозах. Давайте, чуваки, пошел. Я подсниму, забери. Он едет. Yeah. Давай еще разочек попробуй. Давай. На контроле, чтобы. Ну вообще да, хочу так до конца. Так ты тогда не спрыгивай. Тяжело равновесие, нужно натереть парафином. Но я думаю, еще копы будут, и ТЦК, и на часе. В общем, мы поехали дальше. Ты пока что не пытайся больше. Ну либо пытайся, но не спускайся полностью. Буду быстренько на грудь тебя писать, вернусь. Все, давай, бро, втягивайся. Второй раз, и у меня шатаны еще выхолюстят после переделок. Но если сейчас никто не придет нас забирать, то я доделаю, наверное. Вы в переход идете? Да. Сейчас будет представление. Папа! Я не снимал. Все, я сейчас еще раз сделаю. Я не снимал! Не снимал! Дурак. То снимай сейчас, будет. Я уже почти доехал раз.
Я уже чуть устал. Уже у мужика упал, назвал папа его. О, видишь, как хорошо. Папа! Давай, чтобы не затягивать, один раз и едем. Блин, мне сейчас приедут копы, я без прописки, без велка. Ты заслыненный. Снимай копа и уезжаем. И уезжаем вниз. Я делаю и уезжаем. Давай. Снимай, снимай меня. Полиция. Мы сейчас идем через переход этим ходом, в надежде, что там не будет копов. Все, пошли. В следующий раз пойдем доберем, блядь, жесть. Мы рекен файв. На хендплэн. Понимаешь, выходим, а они здесь. Бампик. Ого! Йоу, парни, приехал в скейт-парк, увидел эти резкие углы, они меня сводят реально с ума. Сейчас попробую закрутить бочечку здесь, сальтушечку. Скейт-парк достаточно скользкий, и колесо может подскользнуться. И я, кстати, давно уже флайер не делал, только в больших катерах. Это считается маленьким, вроде как. Попробуем пристреляться. Все, я уверен, что я сейчас возьму и закручу эту сальтушку. Но попробую сделать это в линии с фиблом и даблпегом. Эй! Ну поехали. С Богом. Еду и делаю. Христианину нужно после рабочего дня. Аминь, Боже, спасибо. Я еще вернусь. Это силы, что мне дает земелька матушка, как у Ильи Муромца. Только я Володя, суетолог. Я вот такой шаленый. Где я? Что со мной? Что ты со мной сделал? Ой, чувак, у меня электронка разлетелась. Где телефон? В карманах, смотри. А вот он. Все, надо собрать шмотки и вообще остепениться и уехать обратно в церковь поспать трохи. Фух. Хочу сейчас сделать не самовитый шаленый лайн 360 на этой сиське. Треха на сиське. Хочу сделать треху на булке, а потом опа Смит, опа Харт на вот той тумбе. А, и кстати, я уже забыл, что у нас осталось только 10 минут до выключения света, потому что скоро 12, и комендантское время, кстати. Ой, нужно гнать. Мы будем нарушителями. На, снимай. Ой. Да.
На меня не наедь. Обычная классика. Сейчас снимаем Володю по-быстрому и едем в церковь, потому что комендантский. 5 минут еще. О, на пирожки. Ох. Как понял, дело типа идеально. Да вожмись, понял? Присядь в велик, так джик. Да, чувак, меня скидывают, понял? Меня так не скидывало раньше. И пораньше на Смит прыгать. Да! Володь, подсними еще трешку в ноуздайве мне. По-братски. Наконец-то я сделал. Да нам на камеру эмоции. Такие эмоции, я так хотел это сделать. Красава, бро. Фу, чувак! О, папич. Чувак! Ого! Ула уже здесь. Ебой, подписываемся, чтобы тоже быть в теме. Ну, как я, чтобы шарить, эй. Подсними. Еще раз прыгну. Подождите, мы тут врываемся. У вас круглосуточный вообще рабочий день? Просто заснять хотим экстрим-фильм. Хорошо, я понял. Чувак, у тебя вон пром вылез. В смысле? Бро, какой пром? Это знаешь что? Это я вместо пыльника поставил себе подшипники с рулевой. Я просто мажор. А здесь пыльник такой уган... Выключили свет, а мы с Володей в скейт-парке Одессы. Я не знаю, как мы доберемся домой. Володю обманывают на работе, задолжали деньги, и он сейчас поедет в сельпо разбираться. Так, Володь, будь сильным, отстаивай свое слово и забери деньги, которые тебе не отдают. Понял меня? Давай, пошел. Нигде ничего не горит, понял? Вчера вы видели видос, как мы ночью прыгали на перилу на вокзале, и нас выгнали копы, но сегодня мы поедем добирать. Прям в час пик, когда много людей будет ходить, будет контент. Володя тоже будет прыгать, говорит, сейчас мы кушаем, я на работу, а вечером едем снимать. Я ну, то есть не вечером, а Володя по делам. Его там вообще на работе обманывают на смену, да? Давай это не вставляй, это не надо. Ладно, в общем, мы когда переведется, уже расскажем. Сейчас ворвемся еще в сельпошку.